Привет, друзья! Меня зовут Дима Моник, Brother 2S, и вы на канале, который посвящен фарму опыта в Fortnite. Я для вас подготовил сегодня очень классную карту для фарма опыта, но перед тем, как я покажу ее, напоминаю, я стал партнером компании Epic Games. Вы можете зайти в свой магазин предметов, нажать внизу «Поддержка автора», ввести мой код G-UP, нажать «Принять», и с этого момента за каждую потраченную вами 1000 баксов в магазине предметов я буду получать небольшое отчисление компании Epic Games. Переходим, друзья, к фарму опыта, заходим в выбор карты, в поиск и вводим код 93-75-88-97-8-9-9-9. Нажимаем Enter. Появляется вот такая картиночка, один против одного. Нажимаем «Выбрать». Здесь обязательно ставим частный режим игры, видите, у меня открытый стоит. Ставим частный режим и нажимаем «Играть». Карта наша загрузилась, подбегаем вот сюда к стенду, берем здесь граплер и погнали наружу. Нам нужно с вами вот эта пальма, которая находится слева от вот этого плаката и от кнопочки. Надо здесь построить несколько рамп и пару полов для того, чтобы... Так, еще, наверное, повыше надо рампу поставить и пол. Все, нам нужно забраться вот сюда, в это место, здесь сделать любую эмоцию, лучше какую-то коротенькую, чтобы не терять на это время. И подойти вот сюда, вот в уголочек, здесь появляется кнопочка. Нажимаем ее, перемещаемся к таймеру 900 секунд. Нужно подождать, пока этот таймер закончится, чтобы ввести здесь 4 секретных циферки кода. Сзади у нас курочки, пока мы ждем таймер, можем просто пофармить курочек. Ну, а у меня для вас есть прекрасные новости. Во-первых, у меня появилась первая карта. Посмотрите, на экране я сейчас написал код этой карты. Я буду всем признателен, если вы зайдете, поиграете на этой карте, проведете там как можно больше времени, чтобы карта прошла калибровку и там стал доступен вот такой формат опыта. Вот такой формат фарма опыта. Друзья, карта дает сейчас за игру просто опыт, но когда пройдет калибровка, там еще появятся секретные кнопочки и локации. Все, буду всем рад и жду вас на карте. Итак, наш таймер закончился, теперь вводим сюда секретный код. Первая цифра 7. Вторая цифра 3. Третья 5. И последняя 6. Код получается 7, 3, 5, 6. Подтверждаем справа код. Нас переносит в другую локацию. Берем сразу пару граплеров. Здесь они нам могут понадобиться. Забегаем справа в дверь. Подбегаем вот сюда вот в уголок. И на окне нажимаем кнопочку Secret XP. Активируем буст к опыту. Так, закончилось начисление большого опыта, поэтому мы бежим на следующую кнопочку. Залетаем вот сюда вот. Наверх, забегаем в комнатку, и на бочках есть еще одна кнопочка. Нажимаем, телепортируемся снова в начало локации и получаем еще один буст опыта. Так, дальше, друзья. Нам нужно с вами пробежать чуть-чуть вперед. Вот на это здание. Нужно забраться на него вот сюда, на крышу, прям на самую. Чик. И здесь сразу кнопочка находится. Нажимаем эту кнопочку. Нас в этот раз не телепортирует в начало локации. Активируется буст небольшой к опыту. Так, после чего, после того, как мы собрали опыт с этой кнопочки, мы с вами прыгаем вот сюда. И летим вот на эту крышу, на дальний уголочек. Здесь нажимаем еще одну кнопочку Secret, активируем еще один буст к опыту. Так, забрали максимум с этой кнопочки. Теперь бежим опять сюда влево, опять к вот этому зданию. Только нам нужно с вами вот кукушечки. Не туда прибежал. Вон, к тому, к дальнему зданию нам нужно, к самому дальнему. Запутался чуть-чуть. Забегаем сюда внутрь и над камином нажимаем кнопочку. На камине прям.
активируем еще один буст к опыту. После чего бежим вправо, вот сюда, к вот этому зданию. Запрыгиваем на балкончик, открываем дверку. И здесь у нас с вами нужно сделать эмоцию. Появляется кнопочка XP Farm. Прилетаем обратно сюда к курочкам. Видите, где таймер у нас был. Берем оружие, запрыгиваем к ним. Здесь убираем лишних, чтобы они не мешали. Садимся на корточки, друзья, и начинаем просто фармить курочек. За то, что мы фармим курочек, нам дают золотые монетки, которые мы сможем потом менять вот здесь в кнопочках на опыт. У меня сейчас 350 уровень уже благодаря этой карте. Здесь вот за монетки вы можете получать опыт в этих кнопочках. Вот около 1000 опыта. Здесь тоже там около 500 опыта. В общем, друзья, 261 тысячу я уже забрал на этой карте. Есть возможность еще пофармить курочек, забрать еще больше. Но я на этом остановлюсь. Это и так достаточно щедро для моего уровня. И для того, что я слишком много провожу времени в творческих картах. И у меня совсем маленькие лимиты на опыт. Все, рекомендую вам пройти эту карту как можно быстрее, пока ее не пофиксили. Чтобы у вас всех получилось быстренько забрать свой опыт, отнуть уровень. И чтобы до конца сезона вы смогли достичь своих целей. Все, друзья, обнимаю всех. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Увидимся на стриме.